день. Мы приветствуем вас на видеообзоре от компании Kitchline. Мы в гостях у нашего клиента Дмитрия, который получил такую замечательную кухню. Мы недавно ее установили. Клиент у нас очень доволен. Вы приехали в гости, поздравить его, пожалуйста. Кушайте на здоровье, да. К столу приглашайте в гости друзей, пейте чай. Похвалите своим приобретением. А каким образом вы узнали о нашей компании Kitchline? Через интернет. Через интернет. То есть вы отслеживали сайт, посмотрели случайно? Я долго листал, искал и нашел. Решил позвонить. Насколько мне известно, вы делали удаленный расчет. То есть у нас в компании есть такая услуга сделать предварительный расчет удаленно, при этом вы находитесь дома. Достаточно назвать размеры, и менеджер вам предлагает какой-то расчет, примерную какую-то картиночку вам дает для визуализации. Скажите, пожалуйста, на моменте этапа, когда вам делали удаленный расчет, что именно вас заинтересовало, почему вы после этого пришли в салон? Что для вас? Цена. Цена. То есть вас устроил непосредственно ценовой диапазон, который вам дали вам? Ну, здесь обращался, там дороже. Дороже было. Что понравилось у нас в салоне? Все. Быстро все получилось. Все хорошо. А сколько проектов вам предлагал непосредственно менеджер? Напомните, пожалуйста. Много. Ну, я-то сама знаю, да, потому что я эту кухню рисовала. Много очень. Много очень, да. Ну да, на самом деле, мы рисовали первичный проект по размерам клиента. А потом у нас был осуществлен замер. То есть у нас приезжает замерщик на адрес, снимает по лазерному уровню все размеры. То есть если вы видите, сейчас поверху у нас проходит фальшпанель. То есть кухня у нас полностью в потолок, что убирает полисборник по-простому. То есть вам не нужно придумать, каким образом вы уберете скопившуюся пыль. Здесь у нас естественная вытяжка выполнена в качестве вентиляционного отверстия, то есть это вентиляционная решетка, там очень интересные изгибы внутри. У нас очень грамотный конструкторский отдел, который позволяет нам прятать вот таким образом вентиляцию. То есть здесь в этом случае проблем с газовщиком у вас быть не должно. Помимо этого, мы оставили на кухне местечко. То есть здесь у нас в будущем будет планироваться ТВ-зона, напротив будет стоять диванчик, какой-то, наверное, стол. Ну, еще да, у нас появится. Помимо этого, да, компания наша предлагает столы и стулья. Вы можете получить их после заказа кухни с дополнительной скидкой. Ну и какие-то от себя можете сказать слова в качестве, там, как понравилась работа, как шел монтаж. Хорошая фирма. Монтаж прошел очень хорошо, быстро. Сколько дней ушло на монтаж? Два дня. То есть вы уже, в принципе, как он к вечеру первого дня, наверное, понимали, что не соответствует проекту, что она на самом деле красивая. Ну что, я вас поздравляю с приобретением. Спасибо. Скажите, пожалуйста, будете ли вы рекомендовать нашу фирму? Да, конечно. Хорошо, мы вас ждем в гости. У вас на последующие заказы дополнительная скидка 15%. Ну и помимо этого мы всегда рады вас ждать. Достаточно к нам только записаться.